Группа рыбаков-любителей, неравнодушные жители Северского района, совместно с волонтерским движением «Территория чистоты» навели порядок и зарыбили азовские пруды. К сожалению, некоторые общедоступные водоемы муниципалитета находятся в плачевном состоянии. Выбрасывая бутылки, упаковки и прочие отходы, нерадивые жители губят местную природу. В течение нескольких дней активисты, вооружившись рабочим инвентарем, очистили от мусора и тины водоемы и прилегающие территории. 43, 44, 45. Друзья, сегодня мы собрали 45 мешков мусора с азовских прудов. В будущем мы также будем наведываться, следить за этими водоемами и пытаться содержать их в надлежащем виде, в порядке и в чистоте. На второй день волонтеры зарыбили пруды. Водоемы выпустили малька, амура, сазана и карпа. Деньги на зарыбление были пожертвованы неравнодушными жителями. Общая сумма составила порядка 70 тысяч рублей. Большое спасибо Маринским прудам за спонсорскую помощь, а также за привоз малька. Это хороший вклад в развитие нашего Северского района. И я уверен, что наши дети скоро смогут посидеть и поймать с удочкой на берегу и поймать достойную рыбу, достойного карпа, амура или сазана в этих прудах. После выпуска малька в воду активисты установили информационные таблички с призывом выпускать молодую рыбу обратно в пруд. Волонтерский проект занимается очисткой, восстановлением и зарыблением водоемов на территории Северского района и приглашает всех неравнодушных к проблеме загрязнения и просто тех, кому не безразлично состояние природных озер и прудов нашей малой родины.